нас физиотерапевтическое отделение работает. Вот, единственное, что... Где оно находится? Сейчас объясню. Единственное, что ну, у нас было такое понимание, что физиотерапевтическое отделение – это железнодорожная, бывшая железнодорожная больница или больница планового лечения, как мы ее потом назвали, вот, или дневной стационар. Вот, на сегодняшний день на той базе физиотерапии у нас пока нет, и в ближайшем будущем мы не планируем там и разворачивать работу. А отделение, оно рассредоточено по городу и находится на площадях амбулатории семейного типа. И специалисты работают у нас в амбулатории на Новом Мелитополе, в амбулатории на бульваре Победы 2А, это в районе Бруснички, авиагородке амбулатория и амбулатория и на территории зеленой поликлиники. Вот четыре точки, где отпускаются физиопроцедуры на сегодняшний день. Значит, если такая необходимость есть у пациента, и врач назначает физиопроцедуру, он направляет в одно из этих учреждений человека, где он может получить этот вид услуги. Мы же понимаем еще такой момент, что физиотерапевтическая процедура, она не оплачивается Национальной службой здоровья Украины. Вот, поэтому эта услуга либо платная, либо мы как бы отпускаем эти процедуры для льготных категорий, и именно льготные категории эти процедуры получают бесплатно на этой базе. Mm-hmm.